Вы смотрите прогноз погоды на АТВ. Здравствуйте! Я Валерия Черепанова, расскажу о погоде в среду, 12 октября. Как сообщает гидрометеоцентр, на севере переменная облачность. Днем плюс 5, ночью 0 градусов. Порывы ветра до 2 метров в секунду. На юге Бурятии переменная облачность и небольшой ветер до 5 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до 8 градусов, а ночью до плюс 3. В столице республики переменная облачность и по-прежнему сильный ветер до 8 метров в секунду. Днем 9 градусов тепла, а ночью плюс 3. С вами была Валерия Черепанова. До новых встреч!